Congrats. Хозяйка в Тулуне. Ну, посмотрите на нее, да? Тоже участница событий. Знаете, сколько на улице? О! 10 градусов. Вчера в Иркутске 12 было, сегодня 10 в Тулуне. Как вы думаете, докуда такое счастье будет? Бла-бла-бла-бла этим языком, и все, завтра уже начнется тут. Война, эпидемия, снежный буран. Ну, кто бы сомневался, конечно, ну ты же на УАЗике, да? Выехать, подрезать, что тут? Вот футболит когда-нибудь тебя кто-нибудь с твоим УАЗиком, и поедешь он туда кукурузу. Валим туда опять на стоянку, не буду я здесь машину кидать, боюсь. Не то, что боюсь, я не боюсь, просто, ну, неуютно себя чувствую. Там, во всяком случае, она будет на стоянке. Звоню Ленке, поедем туда-сюда, 2-3 часика, сейчас без 15. Чего без 15? Без 15 час. Думаю, часа в 3. Да ладно, не буду я его подфутболивать. 3-2-0-1. Блатной номер. Что так, часиков в 3, но самый потолок в 4 отсюда выехать, чтобы можно было еще сегодня поработать. Разбирают. Че, брусы-то еще верхние нормальные. Можно куда-нибудь их втюхать. Ну что, вы сейчас хотите еще побежать прямо передо мной? Не, ну желание такое было. +15 = 37 тонн. Это уже показатель. Если какая-то выскочит что-то перед мордой, то остановить эту машину, эту массу, нереально. Очень быстро. К сожалению, многие люди этого не понимают. Ну, что тут такое? Выскочил перед фурой, да и все. Что, он не остановится? Он же пропустит, он же не будет меня бить. Может, бить ты и не хочешь, а вариантов нет. Говорили на старой конторе, если внештатка, парни, пейте. Ни в кувет, ни в кусты, ни в кукурузу. Пейте. Ну, бейте тоже, сами понимаете. Когда ты бьешь кого-то, к чему может привести. Так-то ты уйдешь в кувет там. Тьфу-тьфу-тьфу. Но больше может никто не пострадать. А здесь могут быть и много плачевных вариантов, но как вот именно было такое для страховой, для всех этих случаев, если ты не нарушаешь, ты в полосе, бей. Было такое указание. Когда-то был комбикормом и завод. Я не к тому, что именно, да, вот, ситуации ж разные, но дело в том, что надо, когда это что-то происходит, там времени-то думать нету, все решают доли секунды. И там уже как у кого инстинкт сработает, то, что там говорит начальство бить, когда ты видишь, что перед тобой выскакивает, что-то к тебе навстречу летит, я думаю, у любого сработает инстинкт, чтобы попытаться от этого увернуться.
это в мозгу заложено. Никто ж не будет ехать, если тебе навстречу летит маленькая, и ты там, например, можешь уйти вправо там, или влево. Я просто по себе помню, вот я такой возвращался с этого, уже, может, рассказывал, не знаю, когда у меня котел 19 тонн, 2 метра по прицепу проехал, один-единственный стоял, с Гомеля. И выход в поворот, захожу, вот она, я. Шалунья. Сейчас-то расскажу. Сейчас мы еще этот монументик глянем. Ну, видите, Делка даже оттуда с Тулуна выезжает чудо. Вот он стоит. 13 метров 82 сантиметра подъем воды был. Вот. И так в поворот захожу, а еду уже вечер поздний. На расслабоне такой, все, музычка играет. Туда-сюда, до дома 100 километров остается, дорога шикарная. Захожу так в поворот, а на дороге стоит лосиха с лосенком, что-то жуют и смотрят на меня таким взглядом. Ну и что? Времени принимать решение было некуда. Руки сработали автоматически, руля крутанули вправо. Ну, естественно, ноги в тормоза, а руля вправо. И повезло, что с правой стороны была полоса там. То ли разгона, то ли торможения. Не знаю, что там. Ну, кстати, недавно вспоминал только, да? И это... И повезло, что я вправо, а они влево. Причем вдвоем. И вот что была эта полоса, что там ни обочина была, там ни, вот, ни кукуруза, вот как здесь, ничего. Просто была полоса. То ли торможение, то ли разгона. Короче, у меня этот станок 19 тонн. Ну, естественно, там виск, там все, это, АПС, там все дела, там, короче, дым с-под колес. Потому что обеими ногами в педали, одну в сцепление, другую в тормоз, ну... Все ж, мгновение, можно сказать. И все. Короче, получается, этот станок 2 метра проехал. Порвал, был 8 ремнями увязан. Ну, на растяжке. Ну, понятно, которые ремни держали, чтобы он не пошел назад. Те-то целые, а те, которые держали, чтобы он не пошел вперед, те просто они просто как струна разлетелись. А был под пломбой, что делать? Куда деваться? А я на этот, на датчик смотрю, у меня по весам 1,5 тонн. А перед Минском весы у нас там в Привольном. Ну, пришлось там лыч в сторону отвернуть, когда этот. А главное, что вот как закон подлости, едешь, я обычно там не заезжаю никогда на эти весы. А тут еду, он стоит на дороге, машет. Ну, я сделал вид, что я там в сторону, влево там что-то засмотрелся там. Маша, не перебивай. Туда-сюда, короче, я отвернулся влево по газам. Ну, какие весы, я сейчас как заеду. Там 11,5, по-моему, на вторую давило тогда. Братск, направо. На Братск не надо пока. Вот, ну и что делать? Приехали, ну а под пломбой, под таможенной, куда деваться? Приехали в гараж, ну что делать, пришлось трос рубить. Перерубили трос. Коллега подъехал. Взяли эти троса. Ну, перерубили трос пломбировочный, взяли троса, что буксировочные. Все, он подъехал, зацепил этот станок сзаду. И подтянули его назад, оттянули по прицепу. Была такая фигня. Так что тут то, что говорят себе одно, а как сработает реакция, инстинкт, совсем все другое. Ладно, заболтался я тут что-то с вами. Так, сейчас мы и стоянку проедем. Все, тогда, братцы, буду звонить, вызывать и поедем туда-сюда и дальше сегодня работать.
звонил, трубку не снимает. До этого, говорит, собиралась в больницу к врачу на прием там. Что-то вот, ну, нехорошо и все, говорит. Ну, вроде то легче, то опять хуже. А еще когда ехал, а я уже полчаса прождал. Ну вот, полчаса прождал, ну нет, не снимает. Ну мало ли, что, какие дела там. Что, в больнице задержали там, туда-сюда. Ну а времени-то особо тоже на ожидание нету. Вот уже сел, только выезжать собрался, звонит. Вот, говорит, только с больницы, говорит, освободилась. Ничего толком не выписывают, никаких лекарств. Клетка, никаких анализов на эту гадость не берут. Грудная клетка болит, груди внутри. Что там по итогу? Сейчас приеду, я говорю, знаешь, Ленка, давай уже полчаса я тебя уже прождал. Полчаса я уже прождал. Сейчас пока ты приедешь, пока к тебе, пока то, пока сё. У тебя свои планы, свои дела. В общем, сюда ехал уже, виделись. Не последний раз сюда приехал. Давай в другой раз. Потому что сейчас пока так, пока сяк, пока съездишь, пока то, пока все, уже вечер. А ехать-то надо. Да и отвлекать не хочется. Только с больницы приехала, тут еще невелика персона, катай. Сюда ехал, виделись, поговорили. Сейчас же что? Телефон, WhatsApp. Все включил и все, можно. Только здороваться, что еще пока нельзя. Главное, чтобы здоровье было. Я говорю, лечитесь, выздоравливайте, занимайтесь там детьми. Я поехал дальше. Так, ну надо же пообедать-то надо где-то. Поэтому поедем мы до Петра. Это где-то нам еще 2 часа езды. Поедем до Петра, там пообедаем плотничком. И дальше. Хорошо, может быть, сегодня и до региона дошлепаем. Через 300 метров курьер 255, держитесь правее. Будет видно, пока едем. Держитесь правее на главной дороге. Через 100 метров поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Сейчас вот посмотрим. На въезде в Тулун рамки не было. А вон на выезде, я же говорю, что есть. Вот на выезде, как на край выезжать. Вот, пожалуйста, рамка платоновская. Это я к тому, с которым вот с Бурятии ко мне подходил, говорит, рамки. Вот рамка. Это до Нижнеудинска. И там еще. Короче, 2 часа я помню точно. От этого. От Петра сюда. До Тулуна. ДМ-ка подрабатывает. Хлам вывозит. Вот рамка. Здрасте. Доброго пути. Спасибо. Братцы, смотрите. Октябрь месяц. 23 октября. Иркутская область. У меня мухи об стекло разбиваются. 11 градусов тепла. На Урале сегодня
Тюменская область, Урал. Вчера вообще Урал, ну, 22-го стоял. СИМ закрывали. А у нас, вы видите, в очках ездить приходится. Значит, какие-то ладно, солнце есть. Теплынь какая стоит. Чуть вообще не поймешь. Что... С таким успехом еще недельку постоит. Ну, почки на деревьях начнут распускаться. Медведи спячку не залягут. Октябрь месяц. Наверное, потом как даванет, как даванет. Так впереди он, не знаю. Начинается облачность. Может быть, тоже скоро погода спортится. Но, во всяком случае, пока это просто песня. Едешь, кайфуешь. Как весна. Такое. Даже вот на улицу выходишь, сейчас в Тулуне выходил, так запахло весной, ну, действительно. Как долго продлится, не знаю, но пока едем. Ничего себе, первый раз вижу в Иркутской области продавцов сплошной. Первый раз. Наверное, местные какие-то тут аборигены вышли подкормиться на дорогу. С горы явно там обгон-то запрещен. Ну да, тут сплошная. А головы горящие, лихие. Продавцы сплошной. Первый раз сколько езжу. Не встречал ни разу. Чё, тяжко? Как ты хотела это не воздух возить. Нижнеудинске. Хлебушка, колбаски к чаю. Все позаканчивалось. Так, что тут у нас? Все хорошо. Это на перекрестке. Магазин, буфет здесь. Жулики, да? Привет. Да, сам голодный, есть нечего, брат. В холодильнике мышь повесилась. Тараканы и те поздыхали. Красавчик. Это на завтра, на чай. Потому что больше там магазинов, где там в Ачинске только. Получится там в Ачинске, не получится. Поэтому... тормознулся. Все, сейчас едем дальше до Петра. Опять маски заставляют носить. Все, как всегда, накаркал. Погода портится. Дождик, видите, пошел, тучками все затянуло, температура уже плюс 7 всего. Что-то тут газелька моргала. Продают. Или сплошную.
приехали или нет еще? До Петра нет? А нет, еще рано. Спасибо, спасибо. Вижу, вижу, вижу. Что продавцы стоят. Удивительно, вторая машинка на дороге. А, ну мы уже, в общем-то, почти приехали, да. За этим бугром уже все, и наша кафешка. Погрелись в Сибири, поехали на запад. Там снег впереди, где-то говорят, идет. Туманы, морозы. Как раз время паузу делать. Полчасика. Всегда машин много. Постоянно. Изменение машин. На заправку колейка. И здесь, вон, видите, машин сколько. Поедем вокруг, объедем. Вот здесь вот этого ДАФа станем. Уже, в принципе, время. А сейчас по какому считать? Не, ну еще по Иркутскому. Полпятого уже. Не обедать, уже ужинать пора. Короче, у нас обеда-ужин получается. Вот эти, вы видите, как и тут. Вольва-то старенькая и маленькая-то вот так и стоят. Этот ман стоял, и когда сюда ехал, здесь ночевал. Сейчас в этот заедем. Красноярский край. 1 час нам добавится. Я бы уже и на стоянку стал. Честное слово, после такого обеда, ужина. Маршрут рассчитывается. Пожалуйста, преследуйте по выделенному маршруту. Добро. Поехали.
мясной супец с белых грибочков. Отбивная там по-боярски как-то или как. Картошка, салатик. Чуть втоптал. Ну вот тут компот берешь, так тут компот. То там где-то стоянка, там не компот. Вода подкрашенная. Ох, говорю, сейчас бы уже приземлился бы, но надо ехать. Так, там поворачивает. Ну ты там, ну не снимешь людей, тьма. Стоянка бесплатная. Вообще, магазин есть, автозапчастей, по-моему, даже магазин есть. Проедьте 230 километров. 222 километра нам до Канска. Время по красноярскому сейчас 4, 3 часа это 7, плюс заехать заправиться, если колейки не будет на Газпром, 7:30. Может мы как раз на пересменку этих врагов попадем, что получится Канск проскочить с нашим весом. На объездную лезть ну совсем не хочется. Не, а если даже будут стоять, я поеду. Уже если совсем там нельзя, катастрофа, ты там весь город нам развалишь. Тогда уже что делать? А так поеду. Пускай 500 рублей выписывают. 250 заплатим. Ну это еще через 3 с копейками часа. А пока. Что пока? Пока едем. Вот как раз в Канск приедем, стемнеет. Как вы думаете, как там мост себя чувствует? Хорошо или не очень хорошо? Знак-то 40. Вроде этих не видно, что кто-то жестко оттормаживался. Не, нормально. Терпимо. Просто скинь, а потом в эту гору будешь тут слышать, как только евроценты дзинь-дзинь-дзинь-дзинь звенят по асфальту из трубы выхлопной. Хорошая харчевня. Вот на этом расстоянии это лучше. Ну, я имею в виду вот тут. От Тулуна до Канска. Тут, в принципе, ну... Хотя я не знаю, я в остальных-то там нигде не кушал. Мне про еду сказали, я здесь и ем. Или в какой-то ел, наверное, один раз. Какой-то заезжал. Что-то там даже в этом не сохранилось в памяти, значит ничего хорошего. А здесь действительно и выбор блюд большой, вкусно готовят, действительно вкусно, порции хорошие. И по цене что-то 350 рублей, по-моему, вот это вот все, что я наговорил. Бирюса, ДПС, Тайшет. Что еще тут? Стоят парни. Пост прошли. О чем это говорит? О том, что у нас скоро
час жизни добавится. Не то, что час жизни, но сейчас будет. Сейчас уже 5. Где 5? 6. А станет 5. Мост подлатали через Бирюсу, точно. Он уже был убитый. Совсем был нехороший до этого. Ну как-то уже почему-то темнеет. Видите, даже Маша уже потемнела. Уже спать собралась. Рубает она еще. Интересно. Ну, вообще 6 вечера, по идее, это уже пора темнеть, ну, если по Иркутскому. Газпром, Передачинском. У кормилицы ужин. 49,60. Заправляемся до Кемерово. В Кемерово на 2 рубля дешевле топливо в Кузбассе. Поэтому заправляемся, чтобы туда доехать. Ну вот в Иркутске заправились, чтобы сюда доехать. Здесь, чтобы в Кемерово. Ну а в Кемерово там уже будем лить. Кемерово будем лить. Правда, еще пока не знаю, на какой заправке. Скажут. Ну, а что делать? Так вот. Там экономнее, здесь экономнее. Здесь льем 250. Соточку залили. Потом пойдем за нашим любимым кофе. Уже 1000 лет не покупал. Так, с колесами все хорошо. Ну и отлично. Его Высокопреосвященство, город Канск. Рацию выключил, чтобы не знать, стоит кто-нибудь или нет. Готовьтесь, через 800 метров плавно повернуть направо. Как это ты тут так стоишь, дружище? Ты бы хотел тут вариги какие-нибудь включил. Встал на мосту, ни света, ни родины, ни флага. Сейчас посмотрим. Поедем в любом случае. Там уже как карта ляжет. Либо проскочим, либо мордой в пол. Повезет, а может быть и нет, не знаю. Через 100 метров плавно поверните направо. Поверните направо. Не такой уж он и желтый. Никого нет, вон они дальше стоят. Через 200 метров повернуть. Ну что, хлопнут? Изменить, или это не они? На следующем повороте направо.
ГПСники. Ну и что-то нас не остановили. Проходите 2 километра. Заняты, наверное. Изменение машины. Что, фартит? Или нет? Сейчас посмотрим. Надо сначала весь проехать. Голова закружилась. Он кричит: знаки везде, куда ты едешь? Тебя накажут. Через 50 метров поверните направо. А мы вот, это центральная площадь Канска. Изменение машины. Все, сейчас опять направо уходим. Направо. Машка вообще кричит, говорит: поехали налево, там, говорит, Газпром есть. Вообще с другой стороны, говорит, выедем. Изменение машины. Я говорю, ну... Не будем уже до такой степени, говорю, наглеть. Тем более, вон, мальцы стоят на кольце. И это не полицай. Не, это не полицай, это так тут. Я говорю, ну давай же не будем наглеть, поедем уже как сюда ехать. Ну ладно. Ну, в общем-то, вот осталось выехать. Тут того центра-то. Не, ну понятно, что если все грузовики сюда пустить, то тут как бы будет, ну, не очень хорошо. Хотя, не знаю, как бы сделали по временно бы ограничения. Там, например, днем бы не пускали, там вечером бы хотя бы пускали. Все, вот сейчас прямо выехать. И мы выходим туда. И мы выходим туда, откуда бы приехали. Проедьте 3,7 километра. Изменение машины. Ну, фартануло, наверное. И без пропуска. И не остановил никто. Пока. Вот это кольцо. Так бы мы вот, вот оттуда справа выползли бы с бездорожья. А так вот мы уже здесь. Ну что ж, пока, тьфу-тьфу, фарт. Выезжаем с Канска и поехали. И чё? Сейчас подумаем, что у нас по времени. Время 8 вечера. Изготовьтесь к правому повороту через 800 метров. Через 750 метров. Может, до края сегодня все-таки дунуть? До региона. Вопрос только, будет ли там место. Ну, если не будет, что делать? Ну, будем где-то искать, где припарковаться. В общем-то, до региона осталось 3 часа, где-то, грубо, полет. Сейчас поедем, подумаем. Прикинем, что к чему. За и против, где без кредита. Ну так-то я в принципе, ну, видел такие стоянки, тут они такие, тут все подгулявшие. Регион-то хорошо, там и стирка, и душ, все есть. Ну, там тоже этот регион, там как когда там бывает, в 10 приедешь, в 9 уже места нету, а бывает и всю ночь места свободные. Ладно, пока едем. А там будем... Через 100 метров поверните направо. А там будем думать.